сегодня мы поговорим о тенах для водонагревателей. Я расскажу, какие бывают разновидности и в чем их отличие. Мы находимся в нашем магазине по адресу Октябрьский, 89. И здесь огромный выбор тенов для любого кошелька. Тены бывают из нержавеющей стали. Они доступнее по цене и установлены в большинстве водонагревателей. Но существуют тены из меди. Они не заржавеют и более устойчивы к перегреву. Правда, стоят дороже, но разница в цене оправдана. К самым надежным моделям можно отнести тены с дополнительным покрытием из серебра. Оно усложняет процесс оседания извести на тене, тем самым увеличивая срок его службы. Тен меньше будет перегреваться. В большинстве водонагревателей установлены такие тены. Они прижимаются фланцем через прокладку. Но есть и резьбовые тены. Они проще в замене. Главное, чтобы резьба не прикипела. Для того, чтобы бак водонагревателя служил дольше, нужно менять магниевый анод. Он установлен на тене. И они тоже есть на Октябрьском 89 и в других магазинах Сантехмаркет. На самом деле тенов так много, что запутаться можно. Но покупателям Сантехмаркета можно не переживать. Ведь вам всегда помогут грамотные консультации.